дешевые. Так, выберите свою историю. Гном. Гном отличается национализмом. Не, не хочу. Эльф изящный, долгоживущий. Эльф умелый. Колдуны, память, кольды, камень эльфийской культуры. Эльфы могут читать чужие воспоминания, поедая плоть. Фу, блин, они людоеды. Но выглядит прикольно. Эльфийка реально прикольно выглядит. А можно... А, мужчина, вот. Во, это мы. Так кто говорит? Читайте, говорит своим голосом. Если бы только... Ну да ладно. Так, осмотримся для начала. Ходить левой кнопкой. Смотри, как ходит мой персонаж, чувак. Я могу с Лизиндой поговорить. Или нет? Так, ну и чё? Голову вперёд, что ли? Надо выбраться. Лутайте всякую фигню. Лутайте фигню, я пока освоюсь. Так. Прижать ухо к его груди, проверить, бьется ли сердце. Вы слышите глухое тук-тук-тук, он жив, но кажется едва-едва. Конец. Можете вылечить? Кто лекарь? Да-да-да, нужно гнома вылечить срочно. Гном в опасности. Лизинда. Гном. Лизинда. Лизинда! Так. Так. Похоже, что... Окликаю его. О, он говорит, озвучиваю его. Ох! Конец. Так, а как теперь из этого диалога? На ухо нажать сверху. Так. Потянуться к механизму, плевать на остальных, главное покинуть этот треклятый корабль поскорее. Лизон, читай. Но постойте, там внизу еще живые остались. Нельзя терять времени, надо уходить немедленно. Так, Лёнь Чижов. Вы готовы отправиться на встречу на приключение? Возможно, вы не сможете вернуться. Вы все обнесли, все трупы обшарили? Да насрать, да. Погнали. Не, мы не там еще... Ну, да, go. Но я не хочу больше на этом корабле находиться. Он, блин, горит и тонет. И тут щупальца, тентакли какие-то. Мы ж не в хентае, чтобы этим наслаждаться. На-ка. Сильный ублюдок. Я подлечу. Я погиб. Ой. С боя. Сгорел. Красный принц был силен. Зря мы на него залупнулись. Что у тебя украли вы? Припасы, ящик с фруктами, апельсинами. Он либо заговорит, либо умрет молча. Ты не имеешь права держать пленника в таких условиях! Слушай, отвали от меня! Не так, их слишком много. Без эльфа я не уйду никуда! Блин, нахуй это сказать? На блядь! Ах, он нужен от эльф, ёбаный. Может, он нужен реально? Может, мы реально без него не сможем? Блядь! Не давайте гному говорить, пожалуйста! Ну, может, мы отпиздили бы сейчас его, забей. Чувак, весь город агрится, не только этот. Ты сейчас в разговоре будешь? Сверху иконок, что ли? Попробуй выйти из него как-нибудь. Там. Блин, ты нажрался еще, что ли? У меня было вино. Неплохое вино. Так. Винишка гном. Очень смешно. Винишка гном. Ха-ха-ха. Ласка посмеялся. Ха-ха.
Шпином смешно. Ему достаточно. Палец покажи, он посмеется. Ну и не шпином, это достаточно актуально. Нифига, шлепну, чтобы не видеть. Да, блять, я не хотел нажимать на эту бочку, ёбаную. Да твою мать, хватит, блять! Тут невозможно нажимать, блять, я не понимаю, как в этой игре не нажимать на всякую хуйню. Я просто хотел камеру повернуть, и он нажал на бочку. 50 рублей предлагаю. Прокачаться, я понимаю, но он постоянно агрит город на себя. Да они заебали агриться на какую-то хуйню. Я даже ничего не хотел делать с этой бочкой. Я даже ничего не нажимал. Уходи. Вам нужна помощь. Ты оставь меня. Просто уйди. Хорошо. Бля, я заболел! Ах ты шлюха! Я вылечу тебя. Она стонет от боли, отказываясь понимать вас. Осторожно, главное, чтобы ты не заразил нас. Не подходи! Полечите меня, я весь... У меня все чешется! Все хорошо, спокойно. Нет, я все еще в говне! Прокаженный. Это вирус, ты должен просто переждать, он пройдет. Пусть ложится. Обычно так и делаю. Вот, посиди на стульчике. Палатку. Ложись. Да, палатку ляг, там на матрас. Подходите ко мне. На матрас иди. Да куда ты опять к ней пошел? Она тебя опять потом заразит. Там карантин как раз. Дай, иди на... Все. Да. Ладно. Это говно унылое. Серьезно. И локация говно, и квесты говно, и диалоги говно. Сказать, что я... Что-то там, это даже и диалогами тут трудно назвать, это хуета какая-то. Ну, как ты считаешь, что вслух реально тупо выглядит? Без обед, это неинтересная игра, она реально вообще неинтересная. Я выше. Ну, так вот. Не-не, без чего неинтересно? А? Без чего не, она просто неинтересная, это супер скучно, это даже хуже первого Divine Divinity. Это просто переоцененный кал. Она красивая. Нет. И боевка прикольная. Она некрасивая, неудобная, камера, графика, как в санитарах подземелий 2. Блин, боевка, классная. Она унылая боевка из первой части, абсолютно, от которой хотелось повеситься.